закончили проклейку фиброматериалами, проклеили багажник, крылья автомобиля, арки проклеены усиленным материалом, предварительно фибра разогревается, и при проклейке все обязательно прокатывается лагерь. Так, теперь у нас выглядит багажник, готов также салон автомобиля, все проклеено, прокатано. Первый слой проклеили двери, внутренние поверхность двери проклеена, прокатана. Все четыре двери готовы. И готова крыша. Тоже первый слой.